Это мировой производитель в сфере здоровья и красоты. Biostart Labs производит продукцию для более 100 компаний. То есть это уже о многом говорит. Естественно, если компания BIPIC является, имеет такую лабораторию, то она для себя будет выпускать продукцию какую? Самую лучшую. Да? И сегодня мы будем разговаривать о здоровье, потому что на сегодняшний день здоровье... очень много людей тратит много денег для того, чтобы быть здоровым, красивым. Вот. И сегодня нам очень повезло, потому что у нас сегодня в гостях человек, который, можно сказать, знает этот продукт от А до Я. Это кандидат медицинских наук, это доцент Айлита Мустафаева. Давайте мы ее все вместе поприветствуем. Расскажет сегодня о продукции, что он делает, как он делает, и вообще поговорим с вами о здоровье. Дорогие друзья, я всех приветствую по просьбе наших партнеров, по просьбе наших друзей. Попросили нам сегодня, конечно, раскрыть о продукте, секреты, почему же он такой эффективный. И я всех приветствую, я вижу здесь все страны, более 50 стран нас видят, и это так здорово. И когда-то год назад я тоже попала на такой же эфир, меня пригласили, сказали, что есть такой продукт. И я, конечно, нажала на кнопку и попала на лекцию Надежды Андреевой, академика. И я помню, когда я послушала эту лекцию, я подумала, такое не может быть, этого такого может и не существовать продукта. И я на самом деле не поверила, пока не получила свой собственный результат. Результат у меня был очень, можно сказать, удивительный. Сегодня я даже не могу показать, насколько я зажила, потому что я не успела сфотографировать фотографию до. Сейчас, конечно, мы всех просим делать фотографии до и после. И вы знаете, раньше у меня была экзема, я ей страдала более 10 лет. По специальности я при этом врач, акушер-гинеколог. Более 15 лет я в индустрии медицины, являюсь директором клиники профессора Мустафаева. Мы сегодня единственные в Казахстане и, наверное, во всем мире проводим органосохраняющие операции. Мы сохраняем репродуктивные органы женщинам. И я очень давно работаю с такими опухолевыми процессами. И у нас самая большая гигантская миома — это 30 килограммов. Вот, Айгулечка, покажи, пожалуйста, 30 килограммов. Эта миома занесена в книгу рекордов Гиннесса. Есть у нас такая книга. Вот, одна из больших миом, к сожалению, она оказалась в Казахстане. Эта женщина, жительница Шымкента. Вот представляете, как нужно жить, чтобы росла такая миома больших размеров. И эта женщина обратилась к нам, потому что она не рожала, у нее не было детей, она еще была молода, ее зовут Айман. И мы сохранили этот орган, и она, кстати, сегодня имеет детей. И это тоже считается уникальной операцией. И такую операцию проводит мой отец, профессор Мустафаев. И он до сих пор, сегодня ему 69 лет, он до сих пор делает эти операции, по две операции в день. Вот только вчера с ним говорила, он говорит: «Айлита, я делал операцию, там, сохранил маточную трубу, женщина поступила с нематочной». Вот. И на самом деле, если бы все люди понимали, что наше здоровье зависит от нашего питания, и сегодня в мире есть не только опухолевые процессы, а есть более 700 заболеваний. И если с каждым поговорить, с человеком, мне кажется, что здоровых людей как бы не бывает. И все это потому, что у нас экология, у нас есть жизнь, да, у нас есть стрессы, некоторые люди переносят это по-разному. Но сегодня уже давно наука ушла вперед, и о чем говорит сегодня ученые? Ученые уже доказали, что, оказывается, правильное питание очень серьезно действует на наше здоровье. И сегодня ученые Америки и лаборатории Five Star Labs уже создали капсулу, которая считается уникальной. И сегодня ей нет аналогов. И
Друзья, то, что я сегодня вижу, это, конечно, очень серьезно удивляет, потому что сегодня мы, это шестая страна и, наверное, где-то 15-й город за 3-4 месяца, который я посетила, потому что многие люди не знают об этом продукте. Мы ездим по странам и городам, и я вижу, конечно, удивительные, необыкновенные результаты, как люди выздоравливают, как люди становятся на ноги, как родители продлевают свою жизнь, как дети, которые не могли ходить, начинают ходить. И, конечно, этот продукт меня привел к тому, что я начала его очень серьезно изучать. И когда я изучала этот продукт, то выяснилось, что сегодня появились два продукта 21 века. Первый продукт — это продукт LF8, который уже полюбили в Кыргызстане и в других странах мира. Мы сегодня находимся в городе Бишкек, чуть позже выйдут люди, которые тоже поделятся своими результатами. И продукт LF8 — это утренний завтрак, который позволяет человеку, дает силы, энергии, восстанавливает иммунную систему. И организм сам начинает справляться со всеми заболеваниями. Этот продукт, если говорить поподробнее, я бы хотела немного раскрыть его секрет. Секрет заключается в том, что все находится в одной капсуле. Я, учитывая, что я имела заболевание экзему, я, конечно, еще и работала с онкологическими больными. Я очень давно изучаю травы, я знаю, как они действуют, если правильно подобрать биологические какие-то добавки и, наверное, исправить питание. Но все другие витамины, которые я видела, то есть нужно было применять в день по 15-16 капсул. И я не хочу не говорить плохо про другие компании. Эти компании, которые существуют на рынке сегодня в разных странах, они тоже хорошие, но просто они отличаются тем, что они имеют очень много капсул. И человек просто не может принимать, ну, я помню, вот экзема, чтобы пролечить, мне назначили продукты Тиньшив на тот момент, на 9 месяцев мне нужно было применять 12-13 капсул в день. И я и запивать это еще зеленым чаем, 2 литра. Вот. И я помню, что когда я начала реально соблюдать вот этот режим, 15-12 капсул в день, запивая зеленым чаем, я, конечно, получила результат. Но 9 месяцев принимать по 12-15 капсул, простите, это, конечно, очень сложно. И поэтому я думаю, что продукты такие вот и неэффективны. А здесь у нас более 50 ингредиентов в составе. Если говорить поподробнее, то LF8 содержит, можно следующий слайд, где вот на три части делится. Вот, формула LF8 состоит из трех основных компонентов. Первый компонент — это суперадаптогены. Адаптогены, они как раз повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям. И само слово говорит, что они адаптируют организм. И дальше у нас идут смесь натуральных энергетиков, которые дают силу и энергию. Также состав входит все фрукты и овощи. То есть это концентрат натуральных овощей и фруктов. Вот даже говорить о том, что съесть корзину фруктов, это очень сложно. Хотя мы говорим, что это полезно. У нас в Казахстане корзина фруктов будет стоить 5000 тенге. В суммах это сколько получается? Сколько? 30 тысяч. Тысячу сомов. Да. То есть, чтобы покушать такую корзину, это, ну, как бы, во-первых, дорого, во-вторых, это физически, да, невозможно. И потом не все фрукты и овощи такие вкусные. К примеру, брокколи, шпинат я вот в большом количестве бы не смогла съесть. Но хотя мы знаем, что брокколи является очень профилактика онкозаболеваний у рака молочных желез, да, у женщин. Вот. Ну, вообще у каждой травы есть своя уникальность в этом. Я хочу немножко поподробнее рассказать о каждой траве.
Раз мы сегодня говорим и договорились встретиться и разобрать именно каждую траву, то сегодня я вот хотела бы остановиться на вот этом слайде. В состав ЛФ-8 входят такие грибы, как гриб кордицепс, гриб люнджи, гриб чага, радиола розовая, гуарана, зеленый кофе, бакопа маньери, мате. Это адаптогены. Мы все прекрасно знаем, что гриб кордицепс является королем грибов. И кордицепс, он обладает противовоспалительным природным антибиотиком. И я никогда не думала, я помню, как моя тетя всегда говорила: «Элита, это же кордицепс». Я говорю: «Тетя Камиля, о чем вы мне говорите?» То есть я была таким скептиком. Но я сегодня понимаю, что благодаря как раз кордицепсу у нас проходят такие заболевания, как ревматоидный артрит, гастрит, язвенные заболевания. То есть бабушки, которые не могли ходить, бросают тросточки, у них перестает болеть спина, ноги. Люди, которые получают химиотерапию, у них проходят побочные эффекты. Или гайморит. Все, что касается, заканчивается на окончании «ит» в латинском, да, в медицине, это и есть воспаление. Вот. Поэтому благодаря именно кордицепсу, ему свойствам, все воспалительные процессы, отеки вот эти, в основе, потому что воспаление идет отеки. Снимаются отеки благодаря вот этому королевскому кордицепсу. Следующая трава, это можно открыть, где вообще весь слайд? Да, так удобнее, я просто очень хорошо знаю эти грибы. Вот грибы линджи, это мои любимые грибы. Почему? Потому что это не косметическое средство, но работает как косметика. То есть мы все заметили, что мы хороши, молодеем, у нас подтягивается кожа, проходят морщины. Вот у меня есть подруги и друзья, которые сейчас через год звонят мне и говорят: «А Элита, ты так хорошо выглядишь, ты так похорошела, это что с тобой происходит? Ты вроде старше становишься, а ты как будто назад, мне 38 лет, а как будто ты выглядишь... ну вот моложе». И именно все это происходит благодаря этому грибу линджи. Следующий гриб — это гриб чага. Это невероятно необыкновенный гриб. И каждый гриб, о котором я здесь говорю, он фантастичен своим эффектом. И очень интересно, что все это находится в одной капсуле. Гриб чага является очень сильным грибом, и благодаря ему наши люди, наши... наверное, люди, которые страдают сахарным диабетом, благодаря грибу чаги восстанавливается pH среды, и сахар входит в норму. Что делает сахар? Сахар на самом деле, он губит наши глаза. Если повышается сахар, люди страдают почечными заболеваниями, они теряют почки, это фильтр организма, они теряют ноги, они теряют зрение, к слепоте приводит сахарный диабет. И, к сожалению, мы таких людей теряем от инфаркта миокарда, от сердечных заболеваний. Вы представляете, какой у вас эликсир жизни в руках? Вы можете спасти миллион глаз, много почек, рук, ног. Потому что в моей практике за год я могу сказать, что я спасла не одну жизнь, ни одного отца, ни одного ребенка благодаря этому продукту. И гриб чага обладает волшебным свойством нормализовать сахар крови. И все это происходит благодаря именно этому грибу. Следующая трава, моя очень любимая трава, в аптеке она продается в виде чаев, трав, это радиола розовая. Радиолу розовую рекомендовали даже космонавтам принимать в виде чаев, потому что именно радиола розовая нормализует гормональный фон, радиола розовая увеличивает иммунитет. И благодаря радиолы розовой у нас восстанавливаются такие заболевания, как болезни щитовидной железы, болезни надпочечниковой системы, болезни яичников, это вот нарушение менструального цикла, бесплодие, если есть проблемы с пролактином. Вот. И радиола розовая, как раз благодаря ей нормализуется обмен веществ у женщин и мужчин. И восстанавливается обмен веществ, и таким образом теряется вес, потому что в основе ожирения всегда лежит проблемы гормонального характера. И вот именно радиола розовая, если говорить про нее,
Мне нравится, что она есть здесь в составе, потому что сегодня у нас очень многие женщины, мужчины и взрослые дети страдают такими заболеваниями. Это угревая сыпь, потому что именно угревая сыпь, она является как бы следствием нарушения гормонального фона. И многие мужчины и женщины после 45 входят в состав, физиологично наступает менопауза, когда яичники перестают работать у женщин, то есть идет физиологическое старение. И у мужчин и женщин происходит старение. И именно у мужчин это проявляется как нарушение в сексуальной сфере, а у женщин это менопауза. Она проявляется как бессонница, недержание мочи. Появляются морщины вокруг рта, живот вокруг пупка. Это все называется менопауза. И каждую женщину на самом деле ждет это. И у нас сегодня есть продукт, который может отдалить процессы старения. Потому что сегодня Соединенные Штаты Америки, они повышают свои стандарты. И их система здравоохранения думает, как продлить жизнь и как жить более 100 лет. То есть у них качество жизни, они сегодня думают как хорошо жить, они думают о качестве жизни. И именно радиола розовая, она позволяет жить людям за 45, да? И вот все, кто заметил, что вот вы в менопаузе находитесь, и вы начинаете принимать этот продукт, и у вас проявляется сила, вы встаете. Обычно, когда женщина находится в менопаузе, возможно, вы меня сейчас слышите, и таких женщин очень много, они идут к врачу, у них слабость. У меня здесь есть люди в зале, я знаю их диагноз. Мы потом позже с ними поговорим. И эти люди, они ходят к врачам, у них слабость, нету сил, энергии. А УЗИ говорит, у вас все нормально, МРТ говорит, у вас все хорошо, ЭКГ говорит, у вас все отлично, а на самом деле человек не может даже встать. И это просто самый первый диагноз менопаузы. К сожалению, не все квалифицированные врачи могут поставить такой диагноз, потому что на самом деле, почему так люди ходят, они неправильно ставят диагноз. Как только ты понимаешь, что ты имеешь дело с менопаузой, вы можете конкретно рекомендовать этот продукт, потому что этот человек вам потом будет очень-очень благодарен. Понимаете, то есть сколько людей после 45 лет просто необходим этот продукт. Следующая трава – это трава гуарана. Гуарана дает, наверное, энергию более 5 раз. То есть, к примеру, если вам сейчас 50 лет, да, то вы будете ощущать, как будто вам 35. Вот это вот за год, когда я общалась с людьми, я вот спрашивала, вот вам сейчас 50. Вы начали пить продукт. А вот какой возраст у вас появился сейчас? Они говорят, мне как будто 35. То есть энергия, представляете, появляется вот такая вот, аж 5 раз больше, да? И как раз это все происходит гуарану. Гуарану вообще очень любят принимать спортсмены, потому что они повышают свои навыки, они достигают больших высот. То есть если он там 100 раз мог отжаться, он может там 200-300 раз отжаться, к примеру. Вот. Поэтому гуарану любит моя доченька, ее зовут Одиночка, ей 16 лет, учится она в очень таком сложной школе. Вы знаете, нашим детям сейчас очень много задают занятий. Она по специальности химик, и она хочет поступить в Казанский университет. Конечно, она сейчас очень серьезно готовится, хотя я ее, конечно, приглашаю в академию, но я все-таки ее не могу отговорить. Она говорит, мама, я буду профессором химии. Я говорю, хорошо. И вот именно продукт LF8 ей помогает проходить вот это мощное обучение. Она говорит, мама, когда я принимаю продукт LF8, у меня появляется сила, энергия, я могу дальше учиться, не спать. Раньше, говорит, когда я не принимала этот продукт, я приходила домой и засыпала. Поэтому наш продукт, видите, и нашим детям нужен. Он нужен детям, которые учатся в университетах, в школах. Потому что посмотрите, что пьют наши дети. Они пьют кока-колу, потому что в кока-коле есть кофеин, есть сахар, потому что это глюкоза. Она дает силу, энергию. Кока-колу, почему дети любят? Она придает настроение. И она еще вкусная и как бы сладкая. Но она не полезная, она травит нашу пищу.
печень, почки, легкие и так далее. Вот, Фанта, вот Спрайт, потом энергетические напитки, в основном дети, студенты, посмотрите, они еще и дорогие, и они травят. Вот если в аннотации посмотреть, в энергетических напитках написано, что они очень вредны для здоровья и могут вызывать рак у детей. И, к сожалению, почему-то наши родители, ну, об этом просто мы не говорим. И здесь мы должны обязательно поднимать эту тему, потому что сегодня вы можете спасти свое население, ну, своих детей, подростков от таких тяжелых заболеваний, провести профилактику онкозаболеваний у детей. Мы недавно были в городе Павлодар, это Казахстан. Город Павлодар, к сожалению, занимает первую позицию по онкозаболеваниям рака крови у детей, у лейкоза. У нас, кстати, есть очень хороший результат именно по онкологии. И это не значит, что продукт ЛФ-8 должен назначаться только для лечения, потому что я вот сейчас хочу сказать и донести до многих, что это не лекарство, это правильное питание. И если вам назначил врач какое-либо лечение, то его отменять без консультации врача нельзя. Но я вам могу сказать одно, что у нас есть люди, которые применяли инсулин, к примеру, которые инсулинзависимые и сахарный диабет. Я могу вам конкретно сказать, что у нас даже есть результаты в клинике, мы проводили анализ по сахарному диабету. У нас есть люди, которые снизили дозировку инсулина, и это тоже немаловажно. Например, мой отец, профессор Мустафаев, у него артериальной гипертензии уже много лет, ему 69 лет по наследству, но его и стрессовая жизнь довела, конечно, вот эти операции многочасовые, вот, и он принимает лекарственные препараты гипотензивные, но он их уже со временем даже сменил, и дозировка у него сегодня немного другая. Если вы начали принимать этот продукт ЛФ-8, то вы не должны бросать свои лекарственные препараты, возможно, позже вы потихонечку будете убирать дозировку. Почему я об этом хочу сказать? Именно благодаря адаптогенам, которые находятся в ЛФ-8, они вызывают так называемое обострение. Я очень радуюсь, когда идет обострение. Ну как вот обострение? К примеру, у вас экзема, вы начинаете принимать, а экзема больше высыпает. То есть она высыпает, как обычно. То есть ну, вы не умрете от этого обострения. Или, например, у вас ангина, и вдруг у вас какой-то гной, ну, вот, начинает выделяться. Но если там слабость, вы там засыпаете быстрее, да, вот. Это все как бы вот эти все эффекты, они усиливаются. И я знаю, что у многих есть побочные эффекты, как тошнота, подташнивание, головокружение. Это все эффект именно вот этих трав. И у меня было подташнивание, у меня проблемы с желудочно-кишечным трактом. Я как врач стояла очень много часов за операционным столом, потому что я являюсь тоже хирургом, гинекологом. Дежурила по ночам. Бывало, что мы просто не ели, пили воду там, и так далее. Но мы спасали жизнь людям. И благодаря этому я заработала желчнокаменную болезнь. Я, кстати, была на той стороне баррикады, когда я оказалась в операционной, но только уже не врачом, а пациентом. Я была в реанимации и перенесла очень тяжелую операцию. То есть все думают, что я всегда такая красивая, такая-то хорошо выгляжу. На самом деле я работаю над собой, я изменила свое питание, и сегодня я очень хорошо себя чувствую благодаря именно продукту LF8 и Accelerate. И я хочу сказать, что именно Accelerate, ну вот, если завершить по ЛЭВу, вот в составе есть такие еще травы, как бакопа маньере, мате. Я очень люблю эти травы за то, что они являются мощными антидепрессантами. Они повышают настроение. И это я поэтому всегда вам рекомендую, если у вас есть в окружении люди, которые находятся в тяжелой депрессии, к примеру, потеряла сына, ей 69 лет, потеряла сына успешного бизнесмена, да, семья осталась без отца, двое детей, представляете, какое состояние матери. Вот, и именно ЛФ-8 эту женщину спас, это вот Павлодар, привет, если вы на связи. Она говорит: «Айрита, я каждый день плакала, ну, по своему сыну скучала, и моя подруга пришла, говорит, и подарила мне 10 капсул. И на 10-й капсуле я почувствовала, что мне надо жить, мне нужно менять, что это судьба». Ну да, то есть она понимала. И у меня тоже есть такая подруга, я не буду говорить ее имени, зная, что в составе есть бакопа маньере, такие травы, как мате. У нее были
проблемы такие, знаете, она была успешная девушка, очень хорошо зарабатывала, такая бухгалтер в американской компании, вышла замуж, родила 5 детей, у нее повышенный там сахарный диабет, ну вот появился. То есть состояние депрессии, чтобы вы понимали, что сахар может отравлять организм. Кстати, сахарный диабет, он вызывает очень мощную депрессию у людей, и все, кто страдает сахарным диабетом, у них есть такие проблемы с нервной системой, они очень или раздражительны, или очень депрессивном состоянии. Я подарила ей эти капсулы. Я пришла, говорю, вот тебе капсулы, и я поехала. То есть эти люди, как правило, кто находится в депрессии, их вообще не интересует, о чем им вообще рассказывать. Я вам всем рекомендую просто им подарить 10 капсул. Но если это ваши друзья, подарите им целую пачку. Потому что они вам через 10 дней скажут, что ты мне дала. Я хочу это дальше принимать, ты мне помогла. И часто я это слышу. И очень, я очень рада, что у нас есть такой богатый состав LF8. Также в составе LF8, как я уже сказала, есть такие грибы шиитаки, гранат, виноград, яблоко, апельсин, клубника, клюква, черника, шпинат, брокколи. Все это, конечно, нужно для нашей клетки. Клетка правильно питается, начинает правильно трудиться. И организм начинает сам справляться со всеми заболеваниями. Я очень просто объясняю это как на фоне машины, да, потому что машина у нас у всех есть. Мы заливаем туда бензин, и машина едет. Если мы не заливаем, то машина... Плохой бензин заливает. Если плохой бензин, что у нас фильтры засоряются. И мужчины все, и женщины, кто за рулем, знают, что если фильтр засоряется, то вам нужно сменить фильтр. К сожалению, мы в организме не можем сменить фильтра, да? Мы не можем промыть свой желудок, печень, вытряхнуть, так взять, хорошо. Да, сердце где-то прочистить, вот, почки. Это все физически невозможно. И в этом нам помогает следующий продукт 21 века. Я очень люблю его, этот продукт. Почему-то не в каждом городе его понимают. Это Акселерей. Accelerate переводится и acceleration, ну, по-русски говорят это acceler, но правильно его произносить нужно acceleration. Переводится это как быстрое очищение организма. Я хочу сказать, что многие неправильно его воспринимают, думают, что он необходим для нормализации веса. Да, у него есть такой эффект, но основной эффект у него – это все-таки очищение. Acceleration очищает наши фильтра. Это почки, это печень, это наше сердце. Ну вот, потому что через сердце идут два круга кровообращения. Это малый круг кровообращения, большой круг кровообращения. Да? Когда у нас страдает печень, или легкие страдают по ходу сердца, потому что сердце связано со всеми системами. Поэтому если у вас болит сердце, это не значит, что у вас проблема прямо в самом сердце. Возможно, у вас вообще проблема находится не в сердечной системе, а где-то в системе печени, почек. Почему мы всегда делаем обследование всех органов? Потому что у нас органы взаимосвязаны друг с другом. Мне чем нравится тибетская медицина, они лечат сразу человека в целом. У нас медицина поделена по органам. Гинекологи лечат одно, маммологи — грудь, мужчин лечат... Мама. Урологи, да, проктологи, там, прямую кишку, да, и вот у нас есть недостатки в нашей, к сожалению, системе. У нас сейчас в Казахстане появились врачи общей практики. Врач общей практики – это и есть врач как бы тибетской медицины. Он смотрит человека в целом. Но пока они станут профессионалами врачи, у нас сегодня есть вот такой продукт, который вам поможет очистить все ваши фильтра. Чтобы простым языком объяснять, представляете пылесос, когда вы его чистите, какой он? Он пыльный, да? Или вот даже вот машину каждый день, да, вот я недавно купила BMW синего цвета, а я была на белой машине раньше. А синий цвет — это тряпка каждый день, да, нужно каждый день мыть машину. Я вижу, какой у меня грязный город Алматы, и как люди наши дышат этой экологией, да? И представляете, мы дышим этим, и мы не очищаемся, мы ложимся спать. А сегодня у нас есть решение. То есть мы можем провести профилактику и очистить свой организм за сутки, выпив всего лишь 2 капсулы. Потому что Acceleration состоит из 2 капсул. Одна фиолетовая, это как раз очищающая, и другая белая.
Объясню, почему их разделили. Потому что фиолетовая капсула как раз в ее состав входит пробиотики, пребиотики, входит корень одуванчика. Эгольчика, можно дальше слайд показать? Корень одуванчика входит, гуминовая кислота, можно вот остановиться на вот в этом, да. Активированный уголь. Корень имбиря, корень алтея. Конечно, эти вам слова какие-то сложные для кого-то. Для меня когда-то они тоже были непонятными. Но изучая этот продукт, конечно, можно в него влюбиться. Потому что гуминовая кислота здесь является самым мощным онкопротектором. То есть, говорят, вообще каждый человек уходит из этой жизни, да, физиологично. Мы умираем, ничего вечного нет. Вот. И так продумана природа. И гуминовая кислота как раз позволяет нам не болеть онкологией. То есть можно уходить даже на тот свет красиво. Да? Я к тому, что я всегда говорю, если вы болеете онкологией, ваши дети страдают, не вы. Они смотрят, как родители у них на руках умирают, что они ничего не могут с этим поделать. И я очень много людей наблюдала, именно детей, как они хотят спасти своих родителей. И я бы никому не порекомендовала вообще оказаться таким родителем, который превратится в овощ. А на самом деле страдает окружение, сколько не сам даже человек. И именно гуминовая кислота проводит мощный вот такой защиту от серьезных онкозаболеваний. Активированный уголь – это адсорбент. Чтобы выпить активированный уголь, чтобы он подействовал, здесь сидят фармацевты, да, мы назначаем по 20 активированных вот таблеток за прием. Представьте, 20 таблеток нужно вам принять. Здесь повышенное, ну вот здесь вот количество активированного угля настолько подобрано, и все это находится в одной капсуле. Вам не нужно пить 20 таблеток активированного угля. У вас все есть это в фиолетовой капсуле. И вы, наверное, заметили, кто принимает Acceleration, что цвет стула у вас изменился, он стал более темным. Очень часто мне пишут и говорят, весь Казахстан, ну вот мне пишут, или Кыргызстан, другие страны, они говорят, а элита, у нас там стул изменился, цвет, что там такое? Вот такие вопросы поступают. Это все благодаря составе активированного углю. То есть не пугайтесь, если у вас темнеет, ну вот стул. Но если он меняется в белый цвет, это уже нехорошо, это может быть желтуха, поэтому вам обязательно, я всегда говорю, возможно, это из-за продукта, что есть активированный уголь, но возможно, у вас еще есть какое-то, ну, заболевание или еще что-то. Это же не лекарство. Обязательно сходите к врачу и сдайте, потому что белый цвет говорит о том, что есть гепатит, да, проблемы серьезные. Вот, в составе есть также клюква. Я люблю клюкву за то, что она обладает противовоспалительным эффектом, а именно по мочеполовой системе. Клюква, ее обычно очень любят урологи, гинекологи, при циститах, при заболевании мочекаменной болезни. Также корень одуванчика, имбиря и алтея. Ну, эти травы, конечно, являются тоже онкопротекторами и желчегонными, обладают желчегонным эффектом. И все, кто принимает Acceleration, заметили, у кого были запоры, они прошли, ну, потому что поутру появляется жидкий стул. Причем это однократно, человек обязательно начинает ходить. Я хочу предупредить, Acceleration очень интересно работает. Первое время человека может даже немножко вес прибавить. Почему? Объясню. Потому что Acceleration начинает очищать полностью фильтры, и человек теряет с жидким стулом жидкость. Нужно обязательно восполнять ее, пить с водой этот продукт. И происходит такое состояние голода. То есть кто принимает Acceleration, у них появляется ночью такой жор. Они хотят кушать все, что попадает им под руки. Вот. Я хочу предупредить, что если вы принимаете Acceleration, вы должны, ну, понимать, что объедаться нельзя. То есть нужно закрыть свой рот, и тогда вы 100% похудеете со скоростью. Кто хочет скинуть вес, я всегда рекомендую два продукта. И LF8, и Acceleration. Потому что Acceleration – это ночное питание. Мы его принимаем за 30 минут до сна. Я рекомендую его не делить, потому что в составе есть пробиотики, которые нельзя делить воздух. С воздухом они уже теряют свои свойства. У нас, к сожалению, люди меня не слышат, еще стараются его как-то делить. Я поэтому рекомендую этот продукт не давать детям, а давать его только с 12 лет. Вот, и это очень важно. LF8 мы даем даже новорожденным.
Но он тоже рекомендован, именно дозировка LF8 рекомендована именно по одной капсуле один раз в день с 12 лет. Если у вас дети 5-6 лет, я обычно назначаю где-то по 1/5. У нас очень есть хорошие результаты по экземе у детей, и мы сегодня об этом тоже будем говорить и показывать реальные события. Тут есть люди, которые ждут своих выступлений, хотят поделиться своими результатами. Давайте поговорим про белую капсулу. Это белая капсула в переводе означает sleep, то есть это сон. Чтобы вы понимали, вообще здоровый человек – это человек, который спит. Крепко спит. Если человек уже теряет сон, то он уже не может наполняться, у него уже нет энергии, у него нет настроения, да? И это очень много людей страдают бессонницей. И именно белая капсула дает нам такой сон. Ну вот моя мама принимает продукты Acceleration, она говорит: «Аэлита, я стала спать как младенец. Мне нравится этот продукт». И причем вы просыпаетесь с какой-то легкостью. Почему? Потому что в составе есть такие травы, как мелатонин. Я очень люблю мелатонин. И вот, кстати, его тоже любят спортсмены. Вообще, вот, общаясь с спортсменами, они, конечно, больше понимают в этом плане, что это здоровое питание. У них есть какие-то рекорды, они должны побить. Хотелось бы, чтобы у всех мозг был как у спортсмена. Мелатонин вообще вырабатывается с 11 до 2 часов. Ночью, если вы спите, еще если у вас шторы там прикрыты, нету света и звука. Если все вот эти правила нарушаются, мелатонин не вырабатывается. Мелатонин вообще нам нужен для того, чтобы вы всегда выглядели молодо, чтобы вы спали крепко, чтобы вы высыпались, чтобы он дает как раз легкость вот эту, восстанавливается силы. Мелатонин — это, конечно, большая сила. И именно в составе Acceleration есть мелатонин. Также есть другие травы. Там, кстати, есть цитрат магния, цитрат кальция. Я этот продукт очень люблю рекомендовать беременным женщинам. Почему? Объясню. Беременные женщины, они во время беременности добавляют более 20 килограммов. У них появляются стрии, отеки, лишний вес. Acceleration позволяет снять отеки, угрозы преждевременных родов, дает хороший сон, успокаивает нервную систему и не дает появлению стрии. Вот, ну, как бы женщина, она красивая, ходит по-большому, ну, нормально, потому что у беременной женщины начинаются проблемы желудочной, это изжога появляется, это запоры. Ну, кто вот был беременный, он меня поймет. Я мама сама 3 детей, и 3 я была беременна, поэтому я прекрасно знаю проблемы беременных женщин. И сама я еще по специальности акушер-гинеколог. Если вы хотите, чтобы у вас был здоровый малыш, у вас была здоровая мама, красивая мама, счастливая мама, то я бы всем рекомендовала, конечно, эти 2 продукта. По беременности именно LF8, максимальная дозировка. У нас есть просто женщины, которые забеременели на фоне LF8. У них были проблемы с нарушением обмена, и обмен восстановился. Я раньше об этом бы никогда не рассказывала, как врач я бы даже в это не поверила. Но я вижу результаты, поэтому я об этом говорю. LF8 я рекомендую тоже принимать по 1/3, беременная вы или нет, самое главное, чтобы вам было 12 лет. Мы начинаем принимать по 1/3, увеличивая через 3 дня до 1/2, потом увеличивая до 1 капсулы. Если беременная женщина себя чувствует хорошо даже на 1 капсуле, вы можете применять вот до конца и после родов. У нас есть такие женщины, которые прекрасно себя ощущают. Но вы чувствуете, вам капсула многовато, пейте по 1/2. И хочу отметить, что у кого есть артериальная гипертензия, применять продукт LF8 по 1/2 максимальная дозировка. Если вы чувствуете, что у вас нормализовалось давление и что вы снизили дозировку гипотензивных препаратов, вы можете уже применять по 1 капсуле, потому что мой отец является вот таким, значит, ярким представителем артериальной гипертензии. Вот, и мой отец сейчас принимает по 1 капсуле. Причем, если он не принимает капсулу, да, у него давление 250, то есть зашкали. Вот. Но все, что я хотела сказать, я сейчас рассказала. Вита, расскажи по поводу халал. По поводу... задают вопросы. Да, у нас, когда я вообще начала изучать этот продукт, и первый мой вопрос был, это есть ли сертификация у этой компании? И мне ответили, что есть. Здесь есть сертификат халяль, есть сертификат
кошер, и также есть сертификаты Америки, Института питания Америки. И на самом деле я хочу сказать, что Америка настолько продвинута, у них очень сильно работают законы, и Эрика Брарес — это очень мудрый человек, и он совсем здоровый человек. И человек находится в индустрии здоровья и красоты более 28 лет. И он, как он говорит, я, говорит, все делаю законно. Если бы я не делала законно, мне просто бы давно посадили в тюрьму. Ну, то есть настолько все там люди... Они прям юристы, они на этом зарабатывают. И они, конечно, если бы они это уже узнали, они бы давно уже подали на него в суд, вот так, если это было бы неправда. Да, вот так. Я вот так вот приходит продукт, видно? Ага. И вы знаете, очень интересно, мне, кстати, в России часто говорят, наверное, американцы нас хотят убить. И где-то я слышала это в Кыргызстане, где-то в Казахстане. А я говорю, что они давно уже бы нас убили, потому что если вы посмотрите прокладки Always, это компания Procter & Gamble, это Америка. Это зубная паста Amway, это Amway и порошок Amway находится сегодня, как вы знаете, в каждом доме. Губная помада Mary Kay, Bobby Brown, там, Estee Lauder, это все Америка, друзья. Поэтому, знаете, у нас очень много продуктов, которые именно производятся в Штатах. По-моему, для меня Штаты — это высокие технологии, это Билл Гейтс. Билл Гейтс является основателем Microsoft Corporation. Это человек, благодаря которому появился компьютер. Благодаря Стиву Джобсу появился у нас iPhone. И Америка — это держава, которая всегда идет впереди. Нам просто нужно у них учиться. Как говорит Брайан Трейси, надо учиться у лучших. Что мы и делаем. И сейчас бы я хотела пригласить людей. Да? Будем приглашать людей. Расскажи еще по поводу халал. Ты на выставке была. А, вот это тоже очень важно. Да? Да. Ну, меня просят рассказать о том, что меня пригласил сам муфти в Казахстане на выставку «Халяль». Я ничего для этого специально не делала. Меня, наверное, Вселенная пригласила, потому что муфти получил, возможно, какой-то результат очень серьезный. Я не стала настаивать, какой он результат получил. Думаю, что он конфиденциально все это, ну, не хочет об этом говорить, но он говорит так. Говорит, Элита, это невероятный продукт. Я первый раз получил такой результат. Я хочу, чтобы вы помогали людям. Вы должны рассказать мусульманам, вообще всем. И он меня пригласил, у нас есть выставка «Халяль», она проходит каждую пятницу, жума, у нас мечети, у нас есть большая центральная мечеть в Алмате. И вы не поверите, друзья, я пришла туда, выступала, передо мной сидело очень много людей, там был, вы знаете же, в пятницу, это же у нас поток людей идет молиться, Азан Шахуру был, все молились. И мы, вот помню, были с Нурзёй Эрманбаевой, мы с ней там заказали, помню, что-то чай пили, мы так на друга посмотрели, вот эта молитва шла, и я подумала, почему я здесь нахожусь, что я сделала такого, да? И мы там прочитали именно лекцию для мусульман, у них есть специальная комната, которая обучает людей правильному питанию, халяль питанию, потому что халяль — это всегда как бы правильное питание. Вот об этом тоже я узнала. И у нас в Казахстане есть более 1000 мечети, мне кажется, около 2000 мечети, и у нас есть разрешение выходить на рынок халяль продукции, с нашей продукцией. То есть именно это в тот момент, это для меня было очень мощным знаком. Для меня был знак такой, что Элита, ты на правильном пути, тебе нужно дальше давать информацию людям. Как будто мне, знаете, двери открыли, и я после вот этого именно события приняла решение не только просто рекомендовать, а строить бизнес не маленький, а очень большой. И вот сейчас, наверное, результаты. Многие люди, конечно, не верят, пока не увидят настоящих людей с настоящими результатами. Они удивительные. Мы сейчас находимся в городе Бишкек. Друзья, подойдите, кто бы хотел поделиться своими результатами.